Итак, ребят, всем ку. В прошлой серии мы с вами остановились на том, что мы освободили Зубастика. И она сказала нам найти какой-то путь, потом вернуться к ней. И мы с ней вместе что-то там должны пройти, насколько я помню. Потому что прошло пару дней перед записью. Я уже, если честно, то не помню, что нам нужно делать и куда. Так, давай-ка используем... силы, чтобы увидеть монстров. Монстров нету, да? Хорошо. Так, это у нас что? Это у нас дробовик. Блин, может с винтовочкой побегать? Дробовик вроде заряженный. Давайте попробуем с винтовочкой побегать. Дробовик оставить на монстров побольше. Хотя, возможно, они нам сейчас и... говорится, нам сейчас этот дробовик и пригодится. Да. Так, а у нас нету ли талантов? Нет, талантов ноль. Блин, в любом случае нужно скорость прокачивать. И выносливость, да. Так, снижение урона в дальнем бою плюс полтора. Не, пока мисс нам до этого еще рановастенько. Так, контрольная точка. Угу, отлично. Тогда давай сохраняемся. О. Сохраняемся. И пошлите смотреть, что нас ждет. Блин, надеюсь, тут не будет очередного супер-пупер-мега-босса, на котором я залипну часов на 6. Так, используем. Да неужели никого нету? Странно, странно. Ну, по-любому что-то есть, правильно? Ага, вон. Вот и они. Вот и они. А, это челики обычные? Или кто это? Или это новые демоны какие-то? Ля, а я их даже не вижу. Самое интересное, что я их даже и не вижу своим зрением. Тю, тю. Ладно, давай сбегаем, посмотрим, кто это был. Ну, пока миссия не с двух тычек отлетают, меня это, в принципе, устраивает. Так, куда нам идти? Ага, показывает, что сюда, или не? Или неправильно показывает? Так, бонжур. Тихонечко, тихонечко, ты чего? Ну да, это какие-то новые демоны. Ля, тихо, тихо, как тут присесть? Ага, вот так. Так, присесть. Вот так присесть, хорошо. Тю. Ну и зачем? Меня вполне устраивали старые монстры. Так, забрать. Забрать. Интересно, длинная игра, либо нет? Ну, то есть успею полностью все вкачать? Или навряд ли? Или навряд ли успею? Тихо. Тихонечко. Давайте не будем ссориться. Так. Вблизи, наверное, может дробовик взять. Или пехоль тоже неплохо с ними справится. Единственное, что напрягает, это то, что нету прицела. Вот это единственное, что напрягает, что нету прицела. Можно мне узнать, сколько у тебя хп? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ты чего? Ты чего? Алло! Прекращай! Ты двойся! Двойся на него! Смотри какой! Так, с этим-то по-быстрому мы справимся-то. Ага, заражение, заражение. А мне, по-моему, было что-то против заражения, да? Дай посмотреть.
Так, повышает скорость. Повышает обычно скорость движения. Не, это без... Не, это не заряжение. Блин, а я, по-моему, продал, да, этот эликсир, который спасает меня от заряжения. Интересно, он хпшку мою ест? А если да, то это печалька. Так, используем кившку, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Блин, да, реально, я, по-моему, продал. От заражения. Так, не знаю, все потыркал. Все потыркало. Интересно, оно скоро пройдет, это вот заражение? Не хотела бы заново это все проходить. Так, ну давай. Идем вниз. Да тихонько, ты ж наш всех спалишь так. Блин, а ты вылечишься? Давай попробуем сохраниться, а может он вылечится? Так, хорошо. Во, все вылечились, да? Перемещаться мы не будем. А по-моему, мы здесь уже были с вами, или нет? Или мне кажется, что мы здесь были? Вроде мы здесь были. Может, нам не сюда? Где наша карта? Вспомните, мы, по-моему, во второй серии сюда спускались, либо в первой, либо во второй мы тут были. Ну да. А нам точно сюда? Говорится, нам точно сюда нужно. Как тебе? Так, бонжур. Прикольно. В рюкзачке у нас что-то есть. Ага. Коробка с боеприпасами. Ну да, мы здесь были. Мы реально здесь были. Ну давай сбегаем, тогда посмотрим. Может, что-то новенькое поменялось. Сейчас тут слева будут челики. И здесь, по-моему, был супер-пупер босс, если не ошибаюсь. Ага. Тихо. Ага. А, время дробовика, да? Время дробовика. Что я вам и говорил, начальник? Начальник, как говорится, то, что я говорил. Главное, чтобы не было тут... Ну, понеслась. Биг босса. А тут, походу, биг босс есть. Ладно, ладно. Биг босс так биг босс. Главное, использовать на нем сейчас будет дробовичок. Бонжур. Где стала библиотека? Так, время дробовика. Так, минус. А можно, чтобы они ушли или нет? Или нельзя? Можно, чтобы бабайка ушел? Где ты? Бабайка? Бабайка, ты где? Так, лом это, конечно, хорошо. Так, место я сказал, сидеть, фу. Тихо. Тихонечко. Так, и сколько у вас здесь? Алло. О, справился. Как справился, если здесь должны были быть эти монстры? Где монстр? Так, что это? Ага. Как говорится, что ты справился, если здесь монстры должны быть здоровы. Супер босс какой-то.
Или типа мы его победили. Ага, здорово. Здорово, здорово, здорово. Здорово, здорово, здорово. Используй, пожалуйста. Я тебя в упор залуплю или нет? Или навряд ли? Что за бред? Отстаньте от меня, пожалуйста. Ну ё-моё, ну игра. Реально бред какой-то. Ну хватит. Хоть бери каждый раз сохраняйся, когда ты всех победишь. Всех этих монстров. Ну так же тоже нельзя, правильно? Так же тоже нельзя. Ну что ты там культяпками своими машешь? Этот монстр еще... падла. Который стреляет... то ли с пулемета, то ли с дробовика. Чего он там стреляет, так и не понял. Так, здорово. Хотя бы побычных монстров меньше становилось. Ну куда ты бежишь? Куда ты? Вот оно тебе надо. Если все стоят, а ты лезешь. Ну куда? Зачем? Спокойно, мирно, тихо. Так, дрюнзак, я не знаю. Давай. Раз. И давай, наверное. Два. Ага. Все, до побачення. Не-не-не-не-не-не-не-не. Да мне аж оно ж не надо. Не-не-не, все хорошо. Оставь себе. Оставьте все себе. Ребят, оставьте все себе. Мне оно не надо. Серьезно. Так, использовать. Это, понимаю, вы бесконечные или что? Нелегко было. Да что нелегко, у нас еще впереди монстры здоровые. И не все, ты как бы не расслабляйся. У нас впереди еще здоровый монстр где-то. Нас ждет. С пулеметом. Только где он нас ждет, я так и не понял. Может, сбегаем, сохранимся? А, как вам, ребят? Давайте, наверное, все-таки сбегаем, сохранимся, да? Не хотелось бы мне потом переходить это все по 200 раз. Я не против, конечно, вот таких вот боссов. Но когда я могу их вырубать с пару тычек, а не тыркать по 200 часов. Так, я заблудился. Все? Не сохранимся? Или сохранимся? Опачки, та ты шо, паркур. Все, игра, пожалуйста, дай мне нормально сохраниться, чтобы этих монстров здесь и не было. Все, шикарно, перемещение нам не надо. Донды стали библиотеки. Все, побежали. Ля, я только сохранился и появились челики. Зря, да, наверное, я это сделал. Чё за бред? А чё за бред? Алло, ребят, а почему? Ладно, ребят, не сохраняйтесь. Не сохраняйтесь, оно вам не надо. Будет только хуже. Реально какой-то бред. Ну где ты, где ты, где ты? Прикол на рун. Нет, не все. Там впереди нас еще ждут 200 тысяч вот этих вот засранцев. Ну, по-любому аж здоровый орёт, правильно? Не эти маленькие. О! Ля, коробочку пропустил. Хорошо, что-то дали. Что-то нам даже дали с вами. Тут ничего нету? Нет. Нету. Ладно, ладно. Тихо-тихо-тихонечко.
только большого босса звать не надо. Ой, ё-моё, ой, сколько вас тут, ля, сколько. Ребят, ребятушки. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, ага, это ты, да? А это ты у нас. Так, это что такое? Нелегко было. Нелегко было, согласен. Давай выпьем эликсир. Но навряд ли это все. Тут где-то мега-пупер должен быть. Но я ж его слышу. Так, тихо. Тихонечко, он где-то идет. Надеюсь, не сзади нас. Потому что тупо будет. Так, не то. Присесть. Не. Знаешь, где-то здесь. Так, кольцо снайпера. Ага, а дай мне посмотреть, что я нашел, пожалуйста, монстров. Не нападай на меня. Нам дали кольцо снайпера. Так, давай смотреть. Тихо. Тихо. Так, кольцо снайпера. Кольцо снайпера повышает скорость смены оружия на 50%. И скорострельность на 10%. Повышает максимальный боезапас. Ага. А здесь у нас повышает урон на 300 и увеличивает весь на 7 урон на 15%. Повышает скорость. Да? Не, я думаю, в принципе, пока мест нам это не надо. Может, в дальнейшем мы и используем. Пока, в принципе, не надо. Ага, здорово. Дерьмо! Тихо. Здорово. Как оно? Ага, все-таки зацепил, да, меня? Все-таки падла зацепила меня. Ну иди, босс. Ага. Ты где? Тихо. Все хорошо. Все хорошо, ребят. Это как в сталкере. Чем дальше, тем стремнее. Это стрёмно уже становится. Так, а можно, чтобы он тут не мог пройти? О! Ах ты, падла! Ах ты, падла! Перепрыжка! Тихо. Ты чего? Алло, прекращай. Ну да, я ж тебя никак не мэкну, пока место не подойдешь ближе. Да. Нет, ну пожалуйста, ну почему? Ну я ж тебя... Не поверите, я такие прошел боссы, как говорится, спустя две чашки кофе и пачку сигарет. Ну... Мы таки справились. Я в конце ролика вставлю этот момент, как это произошло. Не поверите, перед тем, как вот эту вот запись в конце посмотрите, как я босса поварил, я, наверное, раз 15 к нему бегал. И меня все на волоске от желаемого убивали. Ладно, идем смотреть, что нас тут ждет. Блин, а когда мы с вами пойдем к этой, к зубастенькой нашей? Когда мы пойдем к зубастенькой... Ну, то есть она же говорила, что, типа, встретиться с корневой матерью. Во, в блоке 13. Окей, надо будет с ней встретиться. Отлично. Давайте побежим, встретимся. И, в принципе, как говорится, на этом серии можно будет заканчивать. Только каким образом с ней встретиться? Это я не иду дальше по сюжету, не? Или где-то здесь сейчас будет телепорт? Так, Нихруля,
Дай мне за мои страдания, пожалуйста, телепорт. Ага, вот что-то есть. Отлично. Отлично. Так, тихонько, тихонечко. Идемте. Идемте посмотрим. Так, отлично. Контрольная точка. Не подходи! Почему? Что случилось? Давай, наверное, мы сохранимся. Кто там? It's me, Batman. Так. Лучше отойди, чужак, пока я не прострелила твою... Хотя... Саня, ты в порядке? Верно. Доконала жизнь в этой заднице. Долго не протяну. Впрочем, могу тебе подсобить. Ага. Вот. Возьми мой ключ. Я не прочь отдать пожитки хорошему человеку. Только смотри под ноги. Везде, везде ловушки. А теперь ступай. Мой путь окончен. А я таки извиняюсь, а можно еще, говорится, воспользоваться вашим ртом, мадам? Раз вам все равно. Похоже, я тут и умру. Так, может тебе дать лекарство от кашля? Помни про ловушки. Так, помни про ловушки, хорошо. Давайте, наверное, мы, ребят, с вами вернемся домой. Поговорим с зубастенькой. Королевой вот этой корней, и потом уже вернемся сюда. Так, так, встретиться с королевой, да? Правильно же мне надо. В блоке 13, а где королева находится? Бонжур. Не поверите, где-то на 10-м разе, когда я пытался того босса пройти, я думал, что я удалю эту игру. Честно, так что если у вас слабые нервы, то как бы не играйте. Мы устроили корневую мать как смогли. Угу. Она лучше всех нас знает корень. Надеюсь, она нам поможет. Странно. Ведет себя так, будто уже бывала тут. Я буду за ней приглядывать. Кто знает, чего от нее можно ожидать. Согласен, только где она? Мне нужно с ней поговорить. Аля. Корневая. Так, нет, тут ремонт, тут модификации. А где же она находится? Приветствую. Здорово. Как слушай, она? Говорят, женщина-корень на свободе. Ой, уверен, она опасна. Я внимательно за ней слежу. А вдруг она шпионит для корня? Так, значит, ты бы... Ты был блок. Из блока 13 необычное имя. Да. Командир Форд дала мне имя, когда меня приняли. Думаю, оно значит, что блок 13 мой дом. Понял. Чем ты тут занимаешься? Я отвечаю за безопасность. Да, я молод. Но командир не доверила бы мне работу, с которой мне не справиться. Мы постоянно тренируемся. И помни, понял. Запретные зоны ни ногой. Так, а где... Просто не создавай проблем. Все, понял, ладно. Где корневая наша? Ребят, не видели? Привет, малыха. Ну, анекдоты какие знаешь? Ладно, понял. Это лишь бы анекдоты. Интересно, где она может быть? Блин, вот светится где-то... Ага, это светится не то. А здесь у нас тоже, наверное, не то, да? Так, бонжур. Здравствуй, дитя. О, привет.
Ля, а что ты там, а что ты уже украла, а? Что, думала, я не замечу, да? Ладно. Наконец ты здесь. Я вернула себя. Или нет? Больше не часть корня. И не человек. Вот помощь, что ты часть жаждешь. Часть команды, часть корабля. Найди того, кого зовут основателем. Он знает путь, который ты ищешь. Но сначала тебе придется открыть лабиринт. Так, как мне найти лабиринт? Взгляни на свет, мерцающий в небе. Путь к его источнику охраняет чудовищный корень. Убей зверя, отыщи свет, что он охранял, и ты предстанешь пред хранителем лабиринта. Постой. Понял, спасибо. Еще один дар поможет сразиться с всепожирающим корнем. Осколок драконьего сердца. Я помогу сделать его сильнее. Корень един и силен. Но с этими дарами у тебя может быть шанс. Великие силы между мирами. Не должно, чтобы они принадлежали чему-то одному. Так, поможите мне с улучшением, у меня еще остались вопросы. Поможете мне с улучшением. Прими этот дар, дитя. Так, хорошо, хорошо, осколок дракона. Создать предмет, окей. Шикарно. Все, назад. Ступай осторожно, дитя. Спасибо, а где он у нас находится? Где у нас этот находится? Дракона, таланты, материалы, ключики, потерянное кольцо. Слышь, бабуся, а где наш? А, у нас раньше было 3, а сейчас 4 можем использовать. Какая бесполезная ерунда. Так, что у нас тут еще с вами есть? Повышает смену скорости оружия, но это у нас установлено. А здесь у нас увеличен максимальный урон на 15. Хорошо. Вот есть от заряжения 2 штучки. Плюс энергетики. При использовании героя возвращается на последнюю активированную контрольную точку. Окей, 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 окей. Металла у нас с вами 4 штучки, и, по-моему, нам вообще ни на что не хватит. Так, ладно. Возвращаемся обратно. Спасибо ей, конечно, но я думал, мы там, не знаю, как Халк будем крушить все. Так, перемещение, последняя контрольная точка. О, бонжур. Не успел, да? Так и не успел. Ладно, как говорится, женщина еще 40 минут женщина, пока не остыла. Так что, ребят, я здесь немножечко, как говорится, попью чаю с плюшками, с малыхой. А вам спасибо за просмотр, ставьте лайкосик и пока-пока. Увидимся в следующей серии. Неплохо. Я даже слегка вспотел.